патроны закончились. Повернись. Твою мать. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Алекс и новая серия Warzone Королевский груз. Значит, Warzone я не играл довольно долгое время, в Королевский груз вообще не играл, но это новая серия для меня, и я очень хочу посмотреть на нее. Поэтому поехали, посмотрим, что да как там, и не забывай, кстати, про свой драгоценный лайк. Твой лайк и я всегда ценю. Погнали, посмотрим. Ага, понял, надо возвести эту херню. Да? Ёп, снайпер! Так, а меня резает? Не, я понял, да. Я на этот же путь хочу. Убейте защитников рядом справа. Значит, я так понял, нам надо сначала защитить. Чё я так медленно бегаю, а? Я вообще не знаю в этом режиме со снайперкой, как играть. Фига себе. Блядь, у них снайперы просто там сидят, я понял. Я понял, говорит, да? Бля, я поначалу вообще не могу бегать. Они тебя поняли. Они обходят нас. Бля, здесь вообще никого нет. Блять, не хватило патриков. Я назад отогнать хотел-то. Бегают, значит, здесь они, да? Бегают. Так, а как там дела? Блять, а там продвигается, да? На А. На А продвигается, значит. Так, окей. Блин, деда А доехали уже до этой, до контрольной. На вышке сидит, да, но он... И здесь прыгает, бегает. Да ёпта! Там другая команда, он... Ага, он... Блин. Я вообще первый раз здесь. Блять, патронов не хватило, да. Да уже покоцанный был. Так, что-то там на А, я не знаю я. На Б мы держим, держим. Держим на Б. Они справа уже. Блядь, я не понимаю этого пока. Справа отходим. Продолжайте атаковать. Ставлю клейма. Не дай мне умереть. Ай! Ай! Как так? Нет! Только не это! Убейте защитников рядом справа. Где Браво, мой? Противники в том районе! Здесь никто не возвел ничего.
Убейте защитников рядом справа. Здесь надо вот так возводить, значит. Наш дрон Камикадзе вылетел. Что это за херня? А вот это что такое? Я купил бункер, ни хера себе. Офигеть, я купил бункер. Бля, я не могу, я купил и не могу использовать пулеметную турель. Так, это интересная серия. Наконец-то в Call of Duty что-то добавили. Стоящая, значит. Так, тут лесенок нигде нет, интересно. У меня 30 патронов всего. Я что-то об этом не подумал, значит. Стандартный магазин Маклейна стоит. Крепкого орешка, значит. Давай. Ой, не даем, да? И А стало там. Отлично, у нас все хорошо пока. У нас все хорошо. Блять, ты можешь быстрее бежать как-то, чуть-чуть хоть. Давай с усишкой быстрее бегаешь все-таки. Есть лестница. Есть лестница, я попробую. Браво, Коби. Продолжайте атаковать их. Осталось 45 секунд. Над нами наш БПЛА. Начинает разведку. Так откуда ты стреляешь? Ага, вижу. 350 дзёна. Бля, я его не видел, где-то сел. Осталось 20 секунд. Сейчас. Осталось 10 секунд. Добраться до второй контрольной точки. Остановите службы противника. Да ёпта, патронов не хватило. Право, отступай. Да, маловато патронов. Я что-то по сборкам здесь, как ты помнишь, давно не играл, да, в Call of Duty. Очень давно не играл. Бля, что это за дым? Я нихера не вижу. На. Право отходит. Продолжайте атаковать их. У нас тут кто-то есть. Так, не дай мне умереть. Не дайте право добраться до второй контрольной точки. Наш дрон Камикадзе вылетел. А как я так вижу через стенку? Право отходит. Так, полезный груз остановлено. Я что-то переживал сильно, блин. А, я не знаю, а теперь мы будем вести этот груз или не будем вести? Я вот что думаю. Будем или не будем? Проводите груд. Мы нашли фрагменты спутника. Соберите как можно больше. А, теперь мы должны. К месту назначения. Я понял. Право наступает. Защищайте ее. А чё я не ложусь-то, а? Я могу присесть хоть. Так, я понял, это дело такое. Мне надо защитить.
А, это наш, наш. Нифига себе, а чё он... Чё это за круг? Чё оно пищать начало? Я ж там нормально шел. Но меня сбило с толку, да. Фига себе, нам надо продвинуться срочно. Срочно, у нас же время там какое-то есть. Походу. Ой, тут я вообще так быстро бегаю просто. Офигеть. Уничтожать. Блять, там снайпер сидит, да? Я понял. Надо, чтобы его кто-то убрал, потому что это снайпер вообще с другой команды сидит даже. С другой. Нам надо продвигаться. Мне надо сделать так, чтобы... Мы продвинулись, значит. У меня денег нету. Офигеть, а нафига магазин? Так, ладно, бегу. Бегу. Опа, мы можем продвигаться. Так, там снайпер. Блядь, да чё ж ты не... И тут снайпер. Продвигаемся, продвигаемся. Продвигаемся. Мы получили деталь спутника. Им очень трудно в меня попасть. Так, хорошо, деталь спутника получена. Так, мы почти до этой... Блядь, надо А ехать помогать. Надо помогать А. А значит там в заднице. А совсем плохо. Да ёпта, я ж оружием целился, а он бежит. А, блин, мне надо на А было нажать. На А совсем плохо, браво, браво едет уже ко второй точке. Блин, мне надо А помочь. У А проблемы. У А проблемы. Альфа не может продвигаться вперед. Дорога заблокирована. Чё у вас тут проблемы? Погнали. Погнали, погнали, погнали. Альфа почти достигла. Снайперы. Я боюсь. Бляха-муха. Там же сзади наш. Так, давай, Альфа, да, браво там нормально себя чувствует. Нет, браво не нормально себя чувствует, ёпты. Сейчас на браво надо идти, так. Давай с Альфа разберемся. Я не успею туда и сюда. Чё, ребята, вперед давайте. Отлично. Снайперы. Ай, ай-яй-яй. С другой стороны, да. Так, давай, браво, браво. Альфа уже почти доехала, что-то с браво не то. Браво не едет почему-то. Я возвращаюсь к браво. Что за фигня здесь? Браво, я бегу. Браво, я бегу, бегу, бегу. Браво движется вперед. Защищайте ее. Фига себе. Давайте, давайте. Так, прикрываю.
Ай! Я не мог отойти уже. Не знаю, есть десинхронизация все-таки здесь, да? Какая-то легенькая. Он меня стрелял до того, как я его увидел еще, как я начал стрелять, наверное. Окей, так, погнали. Погнали, жизни бесконечны. Самое главное, это цель. Ёп, я столкнулся с ним просто. Чё вы тут сидите-то, а? Так, Альфа, что там, назад движется уже, ёпты. Попробую успеть так. Право движется вперед, защищайте ее. Пометить. Так, давай на Альфа. У Альфа проблема какая-то. Браво поехала, браво поехала. Альфа должна поехать. Браво почти уже, почти возле финиша. Надо Альфа помочь. Альфа застряла здесь совсем, блин, я не знаю, помогу я или не помогу. Альфа на контрольной точке. Деталь спутника у нас. Альфа подвигается. Потерпит, пошел. Отправляйтесь туда, выполните задание и возвращайтесь. Блять, не дай крепкому орешку умереть, это что такое? Блять, там враг. Это что захватить? Это зачем? Блин, я отвлекся на него. Да, давай, браво. Браво чуть-чуть тоже осталось. Браво осталось чуть-чуть, ребята, осталось чуть-чуть. Это офигенная серия, просто офигенно. Наконец-то Call of Duty Warzone что-то сделали хорошее. Но жалко, что временно. Я не пойму, зачем мне флаг. Зачем мне флаг, я не пойму. Отличная работа, боец. Вернитесь к полезному грузу и захватите детали спутника. Союзник начал классную бомбардировку. Я под обстрелом. Браво не должен отступать. Браво вперед. Браво. Бля, где все? Где все ребята, блядь? Почему с Браво ушли, блин? Почему ушли с Браво? Нам надо наступать, давай. У нас время, я не знаю, тут осталось чуть-чуть. Право наступаем. Защищайте ее. Я же стараюсь. Двигаться вперед. Помеха устранена. Кто может двигаться, я прослушал. Браво, Альфа, не знаю. Над нами наш ППЛА. Преграда устранена. Право может двигаться вперед. Отлично. Право приближается к точке назначения. Так, я здесь замедляюсь почему-то возле грузовика. Ляж! А чё мы не едем? Браво приехала типа уже или что? Сесть бронированный. Браво приехала. Мне надо, чтобы Альфа приехала, да? Я просто не понял. Ого, сколько вас там? Туда бы гранату кинуть. А, все. Браво приехала. Надо, чтобы Альфа приехала. Давай, давай, Алекс, давай. Надо поддержать их. Блин, там бы реально пулемет какой-то или гранату. Вы видели, как их резнуло? Всей толпой, значит. Мощной толпой резнуло. Блин, это офигенная серия. Ой, снайпер. Снайпер. Чуть-чуть осталось. Почему я замедлился? Это груз доставлен. Это победа королевская. Победа. Королевский груз доставлен. Это офигенная серия. Просто офигенная, ребят. Просто офигенная. Тут это вторая моя каточка. И в этот раз я взял... Да, ребята, я взял пулемет, значит. Какой-то был там по боевому пропуску, не знаю. Вот прицел надо было поменять.
Надо было прицел поменять. Этот прицел мне совсем не нравится. Ну ладно. Зайдем отсюда, значит, тактически. Пока бежим быстро. Возле Браво идет бой. Возле Браво, ну понятное дело. Сейчас я приду. Опа, я замедлился. Это как-то непонятно. Браво движется назад. Отправляйтесь туда. Ага. Я под обстрелом. Твою мать, как я не попал, я его услышал-то, а? Куда это собрались? Право движется вперед, стрелка. Защищайте ее. Стараюсь. Награда уничтожена. Альфа может двигаться дальше. Сняли меня все-таки, а? Браво, хорошее место, кстати, хорошее место. Я их отвлек. И Браво может двигаться. Давай, Браво, давай, двигайся, двигайся. Вот это классная серия. Вот это я понимаю. Warzone, значит, чуть-чуть обнулили, значит. Потому что, ну, играть в остальное просто скучно. Это вторая катка. Не знаю, проиграю, выиграю. Блин, это класс, это динамика. Потому что, ну, просто, блин, это глоток свежего воздуха, значит. Warzone, это однозначно. Там малыш сидел один. Нифига себе, он быстрый, шустрый. С чего он стреляет, кстати? А, Милана. Милана бафнули, да, но я все равно, я по старинке. Пулемет LC-10, значит. Так, Браво застряла, Альфа движется. Надо Браво быстро подтолкнуть под зад, значит. Браво перетянула линию фронта вперед. Отлично. Это же хорошо или плохо? Альфа нуждается в поддержке. Она отходит назад. Право движется вперед. Ляж. Движемся, движемся. Надо продвигаться, ребята. Нельзя сидеть. Продвигаемся. Продвигаемся вперед. Дарк Алексей играет тут так. Продвигаемся. Я пытаюсь двигаться вперед. Тут самое главное двигаться. Так, это наши. Кстати, как-то зелененьким они. Фигня, двигаемся прямо в... Авиаудар, да ладно. Ой! Ой-о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 й. Авиаудар. Ты не забыл поставить свой лайк, а? Так, значит, ладно. Ладно. Окей, двигаемся. Двигаемся. Так, мы здесь почти возле точки. Нам надо еще чуть-чуть надо. Блять, Браво, только не отступай. Ты что, сейчас мы тебя выручим. Сейчас выручим. Подожди. Если я сюда зайду, как оно будет? Я замедлился снова. Ну вот это замедление, конечно. Патроны закончились. Так, надо продвигать Браво. Я не знаю, что с Альфа там. Альфа как? Как Альфа? Как Браво? Браво надо продвигать срочно. Надо туда бежать. Они на бок все побежали тоже, кстати. Так, Браво. Я замедлился. Ай-яй-яй. Это грустно. Ух, нихера себе, я передумал.
Залезь! Ёпта, ляж! Все, поехали, ну их нахер! Блин, а я не заметил его. Сбоку же, друг, сбоку меня же убили. Повернись налево. Повернись. Так, Альфа, там Альфа вроде нормально. Браво. Браво. Браво движется назад. Это очень плохо. Это очень плохо. По мне какой-то снайпер постоянно стреляет, значит, когда я выбегаю, резаюсь. Кто-то сидит явно сзади. Бля, ну ни хера себе. Чур, пулемет мой. Противотанковая готова. Вот он. Давайте, ну. Перекинула линию фронта вперед. Деталь спутника. Ай, черт возьми, а, ну блин, ну сделайте там эту штуку. Я же снял того говнюка, значит, оттуда. Ладно, пойдем сюда и зайдем. На эту дойку круто зашел им, да? В задницу прямо. Прямо в задницу зашел, значит. Куда ты прыгаешь? Значит, управление какое-то. Максимально непонятно. Деталь устранена. Альфа может двигаться вперед. Право отступает. Это что за линия? Понял. Так, мне надо браво идти выталкивать как. Да ёпта! Зря я сюда зашел, да? Они все тоже сюда пошли, блядь. Надо браво двигать, браво назад двигается. Это очень плохо. Добрый путь. Прошу, не дай мне умереть. Блядь, патроны эти заканчиваются. Пулемет. Так, вы сломаете эту херню, не? Повернись. Твою мать. Так, я не знаю, Альфа там что делает. Блять, почему на браво у нас ребята не хотят толкать ее? Уходите. Ты что, не перезарядил? Нет. Перезарядил, все нормально. Блять, ёб твою мать, да кто, почему набрало народу-то нету? Где вы все? Я не могу посмотреть даже Альфу, блин, у меня времени нету. Браво, они толкают назад, а здесь ребята просто стоят, стреляют. Вы тогда стреляйте, я пошел толкать, я не знаю, ну. Браво движется вперед. Бля, пулемет перегрелся, ну. И снайпер там. Давай, продвигайся, блядь. Там вышки выдвинули они эти. Надо продвигаться, ребята. Осталось 10 секунд. А, продвинулось или нет? 10 секунд осталось, мы не сможем. А, там 94%. Ёлки-палки-то, а. Надо А продвинуть было бы. Ёпта, ладно, я на Альфа пошел. Давай на Альфа, потому что на Альфа ни хера не продвигается почему-то. 10 секунд, у нас все, 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 у нас время. Последний шанс. Последний шанс! Ну что ж такое-то, а? Что ж такое, теперь будем смена сторон, да? Смена сторон.
противник обнаружил еще один фрагмент спутника. Мы не можем позволить им добраться до него до прибытия нашего подкрепления. Блядь, тут стреляет сразу, значит. Так, ладно, мы не должны им дать добраться. Бегу я очень медленно. Очень упорото, как бы так сказать. Кто меня откуда сбрил, я что-то не понял. С пулемета увидел. А на второй машине тоже пулемет есть. Или на первой, я что-то не могу понять. На. Так, Браво быстро приближается. Наши все откисли, я понял. Я через фонарь не могу попасть. Я через фонарь не могу попасть по снайперу, хотя целюсь. Блять, чё никто ограду не возвел? Офигеть! Почему никто не возвел ее? Офигею просто. Так, ладно. Пойду я возводить, значит, потому что они так быстро доедут. Чувак, давай быстрее. Шевели копытами, что-то и подкаты не работают. Кто-то тут возвел уже. Да откуда он стреляет, я не могу понять. С пулемета вот это так увидел меня за ограждением. Мы должны защитить остальные. Да не, враг продвигается так, что как будто бы здесь играет только Алекс, значит. Все тупо бегут в одно место и откисают. Браво отступает. Продолжайте в том же духе. Бояк взяла. Блять, снайпер конченый. Тут куча на здании. Они уже здание заняли нормально. Заранее заняли. Я понял, вы тут стоите, да? Ты вообще стоишь. Послушай, скотина, у тебя какие-то проблемы? Блин, это у тебя проблем. Слышат меня, не? Браво отступает. Продолжайте сопротивление. Альфа может двигаться вперед. Мы убрали нашу бригаду. Отлично. Фига себе. Из той крыши, из того окна стреляет. Со всех сторон стреляет, значит. Так, ну двоих убрал я этих, да? Пусть Браво отступает. Нечего тут Браво делать. Как дела, дружище? Все нормально? Я не знаю, он боевой пропуск таким образом прокачивает, наверное. Тут даже, мне кажется, один человек роляет. Все-таки. Они уничтожили нашу преграду. Браво может двигаться дальше. Они прошли вторую контрольную точку. Враг получил одну из деталей спутника. Мы должны защитить остальных. Убейте защитников рядом справа. Я тут не пролезу. Ликвидируйте защитников рядом с Альфой. Бля, я понял, он за стойкой барной стоит уже. Бармен, короче. Так, Альфа где? Альфа уже там? И я что-то не понял. Пока я на Браво, значит, здесь. Альфу захватили или что?
что за фигня? Ну, значит, бывает и такое, значит, да? Не только постоянно выигрывать. Первый раз выиграли. Второй раз откиснем. Право отступает. Продолжайте в том же духе. Альфа уже 99%. Офигею просто. Это свой. Браво, толкаем. Так, давай на Альфу пойду. Альфа здесь что-то совсем проблема. Ляж ты, ёб твою мать. А на второй машине пулемет есть, да. 99%. Ну все, и здесь никого нихера нету, им нормально. А не, есть наши, есть наши. Наши есть, значит. Но какие-то, блядь, непонятные ребята, значит. Они что-то сидят там в туннеле все, короче, и смотрят на эту машину, значит, да. А там... Сзади меня кто-то убил. Не, ну показывала сзади же. Чё, ну мне пулемет показывает впереди. Просто класс, Джона. Офигею, снайпер. Продолжайте в том же духе. Калифорния, отдохни, выключимся. Откуда кто? Тут на крыше еще один есть, да? Офигенно. Через это прошивает, через все, короче. Патроны хорошие у тебя, друг. Прошивают нормально. Пулемет не прошивает с машины, будочку эту, значит. А у него нормально прошивает все. Может, есть такие патроны, я не знаю, бронебойные, что ли? Но мне кажется, на грузовике он должен был как-то эффектнее прошивать, чем в какой-то АР-ке. Да нифига не поражена. Убейте защитников рядом справа. Блядь, их тут двое. Просто на меня выбежал. А что сидел он, я не знаю. Сидел. Точка была видно. Видно. Выбежал. Ну что, в путь, да. У нас одна точка осталась. Одна единственная. Право продвигается. Не надо мне продвигаться, значит. Право не надо продвигается. Никуда продвигаться. Возьмем пулемет. Смотри, точно по нему бью. А, это мой. Я не видел отсюда, что это мой. Почему-то. Просто класс, Джон. Блин, меня сейчас... Давай в путь быстрее, браво, не должно продвинуться. У них чуть-чуть времени осталось. Ну как чуть-чуть? Браво, машина заблокирована и может двигаться вперед. Убейте защитников рядом справа. В смысле, браво больше не заблокировано? Да, но он пока перезарядит эту пушку, блядь. Я ее не собирал давно уже и не собираюсь собирать, если честно. Абсолютно. Осталось 45 секунд. Движение право заблокировано.
Так, надо браво пойти подвинуть, наверное, назад. Отступаем. Так, я чуть-чуть отогнал ее, значит, как мог. Вот смотри, какая, да? Нашел меня, значит, там. Где подстрелять, значит, ну. Значит, я отогнал ее. Я отогнал ее. Как только мог, так и отогнал, значит. Очень обидно, что Альфе нашей не хватило чуть-чуть буквально, да? Есть! Полезный груз остановлено, значит. Да. Ну что же, ребята, королевский груз, как по мне, ну, мне очень понравился. По-моему, последняя катка была в ничью, и это довольно справедливо. В общем, серия классная и обалденная. Это как, ну, я не знаю, это глоток свежего воздуха для Warzone, как по мне, потому что, ну, играть было скучно уже, как бы, без этой катки, лично мне. А ты пиши, я не знаю, что ты думаешь по Warzone вообще, нравится тебе, не нравится этот новый режим, значит, королевский груз, как тебе вообще игра эта. И не забывай про свой драгоценный лайк. А на этом я с вами не прощаюсь. Я говорю пока-пока и до скорого.